Съемочка идет. Да? Ах, доброе утро, страна. Я у тебя одна. Песня такая. Готовлю себе такой завтрак, как в Париже. С вами я, Татьяна Салмановна Мактум Сайфудин. Утеплилась, поскольку проветриваю квартиру, дышу свежим воздухом. Завтрак. Готовлю себе такой завтрак, как в Париже, в моем гранд ресторанте. Ресторан красоты La Café de Beauty. Помыла свежую помидорку, огуречек. Покрошила сюда хлеб еще с хлебом, это салатик с хлебом. С рапсовым маслом, немножко виноградного уксуса, немножко соли, майонезик. Сейчас буду кофе. Сейчас буду заваривать себе, делать кофе. Ах, кофе роял. Хотела смешать одно с другим. Сейчас посмотрю. В общем, давайте два кофе. Вот обратите внимание, у меня тут Луизи Хей. Смотрите, на стеночке написал я: только хорошее встретится мне на пути. Посмотрела недавно такую очень хорошую, такой мотивирующий ролик с Луизой Хей. Вот. И понравилось мне это, знаете, только хорошее встретится мне на пути. И еще быть благодарным и ценить жизнь. Вот она так сказала. Вообще хотела этот ролик, в общем, там сделать такое, еще рассказать об этом ролике. Ну вот две фразы выписала прямо на стеночке. Обратите внимание, такая мотивация. Это такая гранд-перестановка, гранд-супер-перестановочка. Сказать, что я супер готова к моей передаче «Кофе на миллиард», так что это не будет «Кофе на миллиард», я просто решила заснять такой завтрак, вот, поскольку, ну, в общем, как-то одеться немножко, как-то, в общем, понять, причесочка, в общем, как-то здесь надо было душ принять, в общем, ну, решила, думаю, ладно. Засниму такое небольшое видео. Кстати, наверное, видео будет несколько. Сейчас я так поставлю. Потому что вчера видео не заснялось. Снимала, но компьютер мне не заснял видео.
как заснять меня? Как на миллиард или как получится? Занимаюсь вообще уборочкой в моей квартире уже не первый день. Душ сегодня не принимала. Вам как себя заснять? На миллиард или как получится? Ну как получится? Так видеосъемочка идет, так и получается. С вами я, Татьяна Салмановна, Мактум, Сайфудин. Так что вот, это моя страница ВКонтакте. Татьяна Салмановна через дефис, Мактум, Сайфудин через дефис. Вот такие вот дела. Как говорит Светлана Ермакова, чтобы она многие видео снимает, просто отвечает на вопросы, в общем, как-то вот делает просто видео, такую видеосъемочку, ответ на вопрос, себя не заснимает. Вот, поскольку она говорит, что, конечно, чтобы себя заснять, это нужно, в общем, такой легкий мейкап, в общем, как-то, в общем-то, чтобы это лицо, в общем, как-то прическа, лицо, там очки, в общем, как она там, вот это вот. Так что вот. Я недавно встала. Сейчас сколько у нас времени? Сейчас у нас 11 часов 25 минут. 23 августа 2021 год. Так что вот. Два моих канала YouTube. Татьяна Салмановна, Мактум, Сайфудин на русском, на английском языке. Такие вот дела. Если вы хотите стать спонсором моей творческой студии позитивного мышления, силы позитивной мысли, Татьяна Салмановна, Мактум, Сайфудин, you're welcome. Для этого я в моем брендировании не в каждом, но часто публикую мою кредитную карту Bank of Tinkoff. Так что вот. Ну что, сейчас я буду делать себе кофе, а это видео, такие, наверное, шоты буду делать, потому что вчера я заснимала в рамках учусь актерскому мастерству, в рамках актерского мастерства заснимала ролики, и, в общем, не получился ролик. Я вообще так старалась, в принципе, такая в маске вся такая старалась, и ролик, он не заснялся. Так что вот, так что такие небольшие. Вот такие вот дела. Я надеюсь, вы оценили шутку мою по поводу швабры. Ну, в общем, ну да. Хотелось бы, знаете, как в Америке. Я жила в Америке 4 года, там вообще не, даже швабру не брала в руки, там все это убирали, приходили, убирали. Хотелось бы вот это вот. Так что вот. Я так мне сейчас вещи переставлять в той комнате, пол мыть, потому что, обратили внимание, я в той комнате без балкона, потому что ту комнату я уже помыла, там осталось только пыль, книги, там все вот это протереть, зеркала протереть. А в этой комнате я поставила все вещи в одну сторону, пол помыла. Теперь мне эти вещи переставить надо в другую сторону, с другой стороны пол помыть. Так что вот, туалет помыть. Работы много здесь еще, знаете, кухню, в принципе, я помыла. Вот, а так буфетик, на буфетике пыль, все это с буфета снять, пыль протереть, все со стола снять, пыль протереть, и все вот мелкие такие. Так что мое такое, этот, как это сказать, такие украшения, супер украшения. В общем, такая, поскольку у меня много-много, знаете, таких вот, я такой люблю, такой дизайн, такой винишин за Венеция. Вот, так что такая здесь специфическая уборочка получается, уборка квартиры. Так что вот. Ну что, страничку ВКонтакте посмотрим мою. Ну да, Татьяна Салмановна себе специально так показывает. Вы знаете, у меня там в рамках моего лайв-джорнала заснято я огромное количество видео, а то, знаете, заснимешь себя как мисс Вселенная, там как-то и не особо и поймут, кто это там вот это вот. Вы поняли, да? Ну, в принципе. А так, конечно, хотелось бы, знаете, чтобы быть вообще не просто, чтобы видеокамера, компьютер заснимал как мисс Вселенная, а быть такой вообще, такой красивый. Вот, в общем, ну что, сейчас пошепчемся за завтраком. Смотрю я вообще этот сериал «Между нами девочками», мне очень нравится. Вот, по-моему, я очень слишком утеплила. Сколько там градусов, сколько там в Петербурге, сейчас посмотрим. Конечно, знаете, у меня аж балконная дверь открыта, я проветриваю здесь, это окно открыто, свежий воздух. Так что вот я, в принципе, все в платье, 15 градусов, 15. Ну, как сказать, 15, вот 15 градусов. Так что вот.
может быть, тепло утеплилось, но, как говорится, при открытом окне сидеть и нормально, я так думаю. Хотела еще на ноги надеть, я же помыла, знаете, такую обувь, вот, как бы такое делала, знаете, молния, уборка, найти обувь, и, в общем, что там, помыла тут обувь, и, в общем, как-то вот это, думаю, еще такие зимние уги-уги, а потом думаю, ладно, уже зимние уги одевать, думаю, нет, ладно, в общем, это так я в шлепках. Просто когда я заснимаю, знаете, такие вот видео, только творческой студии позитивного мышления, вы поняли, да? И там уже как-то по тематике, когда я начинаю включать, что-то говорю, там уборка, там вот это готовлю, я, в общем, знаете, по, так скажем, каким-то таким вот этим вопросам, каким-то вот этим начинаю там, ну, в общем, что там? Что, у меня огромное количество видео в рамках моего лайф-журнала, я как-то привыкла, вот, это... Я являюсь автором уникальной системы Ториана. Так что вот, имейте это в виду, здесь, как говорится, так, посмотрим. Вот с принцем Хамданом переписываюсь. Спросил он у меня, сколько мне лет. Написал 49. Конечно, в общем, надо какое-то видео, вот, душ принять, как-то одеться, в общем, как-то по-другому. Ну, как вчера, знаете, как была вот эта одета, немножко, ну, такая в масочке, в общем, вот это. И он мне, а сегодня написал, да. Ладно, он мне написал, ладно. Я ему написала 49 лет. 20 июня 1972 года рождения. Он мне написал, ладно, дорогая. Ты даже чего-то выглядишь... Ах, ну да, красиво. Так я засниму тебя красиво, да, я сейчас душ приму, так я вообще буду такая на шикардус. Я буду не просто на миллиард, я буду на 100 миллиардов. Что вы? Ты что? Ах, такая красиво. Очень, конечно, крупным планом. Ну, а что делать? Потом скажут, а кто это на этом, там, 20 тысяч видео засняла. Так что вот, ну, крупным планом. Я немножко так это показала, ну что, ну а чего? Что вы хотите? Так что немножко водички. Ох, опять вон про WhatsApp этот пишет. Давай, чего там, поговорим в WhatsApp. У меня уже давно про этот WhatsApp. Чтобы подключить этот WhatsApp, мне нужно мой этот там телефон подключить к интернету. А у меня баджет. У меня даже на телефон, сейчас тебе Салман вам скажет, знаете, так типа кофе на миллиард, вот это вот. В магазин ходила такая, знаете, там у меня была, в магазин ходила, вот недавно, да, два раза. И второй раз, когда пошла, посчитала продукты, представляете, посчитала, несколько раз считала, потому что у меня было всего 300 рублей с мелочью. Посчитала, что на 200 с чем-то, а оказалось на кассе 314. Ну да, 300, я думаю, и кофе надо, и сливки надо. Оказалось 314, я говорю, ой, вы знаете, сейчас я посчитаю, если нет, вы там что-нибудь снимете вот это, а потом думаю, так, ну, вообще нормально тогда, вот это кофе на миллиард, вот эти на Салмана, в магазине, знаете, вот это вот Роял, я покупала это кофе, Роял, что там, Плантейшн, короче, Сан-Доминго, так что вот, но оказалось, что все хватило, есть там 300 рублей, еще мелочи, еще, я дала 200 рублей по 100, две бумажки по 100, мелочью 100 рублей, еще 14, все хватило, даже еще осталось, вот. Так вот, чтобы у меня на телефоне даже минус, как говорится, они мне каждый раз вот это пишут, заплатите, вы поняли, да? Ну минус у меня что-то, минус на 500 или даже больше рублей на телефоне. Чтобы мне к этому WhatsApp подключиться, мне нужно подключить интернет к телефону. А у меня такой баджет, что у меня даже на телефоне минус 500. Так что к WhatsApp я пока никак не смогу подключиться, а я могу как там, поболтать или что там? Поболтать, да, поговорить. Поговорить вот на моем мейле, на мой вот этот мессенджер, или как это, вот этот мессенджер, а вот телефон у меня не подключен к интернету. Это, в общем, я хотела подключиться, потом сколько там нужно. Я оплачиваю интернет, сейчас у меня дешевле, по-моему, 590 рублей. Вот, месячный интернет я оплачиваю.
обратите внимание, так что я кофе сделала. Я надеюсь, это видео... Сейчас что-то мне кто-то что-то написал, я же сказала, фотография. Кимина. Оставил комментарий. Не знаю же, Кимина это кто? Зачем носить дома две сумки? Это какому-то видео, кто-то интересуется. Кимина. Поступил вопрос. Ох, это отдельная тема. Ну да, какая у нас книжечка волшебная в сумочке, это в рамках проекта творческой студии позитивного мышления, волшебные книжки, чтобы сделать волшебную палочку, это такая сказка-стори, а потом Татьяна Салмановна как дизайнер, она еще рекламирует одежду, себя, дизайнерские проекты, себя как актрису, потом свои вещи, сумочки, как не показать сумочки для девушки. Что у меня такая сумочка есть, и вот такая, и две, и три сумочки, две. А я люблю, а я даже, в принципе, и на улицу хожу. Сейчас я вам объясню. Я так не знаю, просто у меня проект в рамках моей творческой студии. Вот, а вообще и на улицу одна такая обычная, ну не что обычная, такая большая сумка, чтобы кошелек положить, там эти пакеты, ну там если в магазин. Такие специальные у меня сумочки для этого, ну, чтобы продукты покупать. Такая одна побольше сумочка, вот, а одна через плечо небольшая, вот. Вы спросите, зачем небольшая сумочка? Я, во-первых, это красиво, я люблю сумочки, потом это удобно, ключи, телефон сюда положить. Вот, через плечо маленький, у меня такие, я специально покупаю. А потом у меня большой опыт, знаете, как бы travel, вот это вот. Сказать, что Татьяна Салмановна как-то, ну, это, знаете, вот это вот, говорить там мало ли что, или мало ли вот это, поэтому так вот в руках сумка, ну, я привыкла, хотя, в принципе, иногда бывает и одну сумку беру, но, в принципе, я привыкла, что ключи, телефон в маленькой сумочке, еще что-нибудь такое, помадка, вот, а уже большая, такая вот эта, вот так что две, и дома как-то, я, знаете, вот это вот. Знаете, как там, береженого Бог бережет. Вы лучше задать Татьяну Салманову не по существу вопрос. Татьяна Салманова, вы были больше, чем в 25 странах мира. Татьяна Салманова большой опыт летать в самолетах с деньгами, хотя бы 500 баксов. Билет на самолет, понимаете, где-то 500 баксов с собой денег. Визы там, какие-то документы, ну а какие документы? А паспорт. Билет на самолет, деньги. Если в Америку летишь, там и, понимаете, медицинская страховка, и social security. Не положишь это в большую сумку и туда, наверх, понимаете, не запихнешь вот это вот. И лететь 10 часов до Нью-Йорка. Или сколько там из этого, из Англии, с Лондона лететь. Вы бы лучше спросили, Татьяна Салмановна, вы столько в таких странах были, вообще там вот это, Татьяна Салмановна, вот это вот, не побалуешь вообще вот это. Татьяна Салмановна простекает, и сразу, знаете, вот это, я еще очень много там, мужа себе иностранного искала, он нашла по Эль Максвелл Дански, это было давно. Там встретиться, полететь в Париж, встретиться, знаете, с потенциальным женихом, посмотреть, сходить в хороший ресторан, чтобы все такое, чем по чину было. Потом туда, куда-нибудь, как там, Фрагонар, чтобы духи купили. Так что вот, и все так вот, и чтобы это шикардозно было, в общем, погулять. Вот. Просто нельзя запихивать, понимаете, ни деньги, ни билет, ни паспорт туда, вот в эту сумку наверх, вот это, оно. Потом это может как-то случайно не оказаться, в общем, как-нибудь что-нибудь, вот это, вы поняли, да? Куда это нужно прятать? Вот вы лучше бы спросили, вот Татьяна Салмановна. Так что вот. Куда это так спрятать, чтобы можно было сразу достать, ну, не в трусы и не в лифчик. А вы там сумочки, вот это вот. И как так, чтобы вот так вот в Париж хороший ресторан, с добром надо? Смотришь на него с добром, думаешь, боже мой, какой мужчина. В принципе, он мне не особо подходит, но пообщаться я же прилетела.
ресторан, вот этот хороший ресторан, потом вообще вот так вот по городу пройтись и посмотреть, а мало ли человек хороший, вот этот, мало ли судьба. Так что вот. Даже может внешне не понравился, но мало ли как-то вот это вот. Так что вот. Прогуляться, вообще Париж, Париж. Я была много раз в Париж. Вот это вот. К людям нужно с добром, с добром. Это уж потом поняла, понимаете, это атмосфера, понимаете, вот это как, вот. Понимаете, одно дело там один в ресторане, хорошо, если у них, конечно, деньги, если они все были такие при деньгах, а чего, ну да, за его счет, конечно. Одно дело ему одному в ресторан идти, а тут такая компания шикарная, ну да. Фрагонаж, и даже, я помню, да, вот этот музей духов там, ну да, Фрагонаж. У меня долгое время были эти духи, Фрагонаж. А что-нибудь там по скидочкам какие-нибудь, пробежаться по шопам со скидочками, я там все бегала по этим, вот это по Парижу там, это шампуни покупала. Кстати, есть разница покупать Лореаль в Санкт-Петербурге шампунь или Лореаль в Париже. Лучше спросите по существу какие-то такие жизненные вещи. Татьяна Салмановна вам скажет, у Татьяны Салмановны большой опыт. Чем шампунь наш Лореаль для волос, а я одним, знаете, для окрашенных волос, окрашенных, много лет пользовалась. И тот шампунь, который Татьяна Салмановна взяла из Парижа. Чем он отличается, почему он отличается, почему он лучше, а такой же Лореаль. Вот, наверное, он и шампунь отличается, поэтому в Париже люди лучше живут, чем в Санкт-Петербурге. А марка такая же, я только не поняла, почему они держат, они же не проверяют. Я точно вам сказать не могу, я не вот это вот, не ревизор, это немножко пошутила, по типу я там это ревизор, а там вот это вот. Такой юморочек, немножко юморочек вот это. Татьяна Салмановна, давайте вот это нажимаете, или 28 минут позитива это будет, или что? Потому что главное, чтобы это заснялось. Потому что я вчера вот это вот говорю, потом вот это, и такая была, такое было очень неприятно было. Компьютер не заснял. Ближе к завтраку. Так что вот, какие-то жизненные моменты, понимаете? Париж, только раз была в Париже, эта атмосфера, вот это как там, туда вот это, Moulin Rouge, или как там, Crazy Horse, Moulin Rouge, вот это вот. И вы лучше спросите, чем наш вот этот вот Мариинский театр или какой-нибудь наш, я много раз ходила в мюзик-холле, чем наш мюзик-холл отличается от Нью-Йорка, вот этот вот, как там называется, сейчас я вам скажу, потому что я много лет ходила в мюзик-холл на сеансы Сергея Сергеевича Коновалова, в зал вот в этот. И чем зал мюзик-холла в Санкт-Петербурге отличается от бродвейского мюзикла, от бродвейский мюзикл, дорогой, в Нью-Йорке, бродвейский мюзикл, куда приезжают люди на лимузинах, это Бродвей, это мюзикл на Бродвее в Нью-Йорке. Смотрите следующую серию, Татьяна Салмановна вам расскажет. Татьяна Салмановна была просто в шоке. Меня муж пригласил, Перри Максвелл Дански. Этот Бродвей мюзикл, мы поедем из Коннектикута на белом Мерседесе в Нью-Йорк на мюзикл. И я помню, как я вот это вот, сейчас я вам расскажу во второй серии, такая интрижка, такая интрига, в общем, будет. И это я, Татьяна Салмановна бы сказала, просто хуец какой-то. Она вам расскажет в подробностях. Я подумала, это вообще офигеть, этот Нью-Йорк, это хотя люди там на лимузинах, вообще, кажется, Бродвей, мюзикл на Бродвее. Сейчас я вам расскажу в подробностях, как это все было, и, в общем, я была просто удивлена. И знаете, как говорят, это такая низкая Америка, вот это гамбургеры, Макдональдс, гамбургеры и такой американец, короче, 200 килограмм. Знаете, как Америку обычно показывают? Я просто такого особо не видела, поскольку там Татьяна Салман, знаете, вот этот вот шикарный дом, там, знаете, в Коннектикуте, органик шопи, знаете, я все в органик шопе, я в Макдональдсе не была в Америке ни разу. Я даже картошку там ни разу не ела, ни картошку, ни макароны. Понимаете? У меня джим, у меня спиритчел йога, должна быть красивой. Понимаете, должна, видели, какой у меня, какая должна быть вся там, я сколько лет я качаю, понимаете, пресс. И нижний, и верхний, понимаете, чтобы живот был плоский, нужно мышцы качать и снизу, и сверху. Вы уже лучше поинтересовались.
Снизу это ноги поднимать надо, вы поняли, да? Поднимать ноги вот так надо. А верхняя часть, это вот эту часть нужно, вот эту вот, вы поняли, да? Так что вот. Ну что, 28 минут позитивчика со мной, Татьяна Салмановна, Мактум Сафудин. Смотрите вторую серию, Татьяна Салмановна вам про этот мюзикл расскажет. Вернее, не про мюзикл, как это вообще вот, чисто вот это внешне, я просто привыкла, знаете, это ресторан Санкт-Петербурга, вот этот вот, да, такое шоу там, это вечером вот это шикарное ресторан, вот это шоу в ресторане. Вот это вот. И чем вот это шоу в ресторане, в ресторане Санкт-Петербург отличается от этих Crazy Horse в Париже? Так что вот. Потому что я в этом ресторане была много раз. Но там я была один раз в этом Crazy Horse в Париже, да? А здесь в ресторане Санкт-Петербург с этим вот этим я была много раз. Больше, наверное, чем 25 раз я была. Так что вот. Ну, сейчас буду кушать. В общем, 28 минут позитивчика.